Всем привет, друзья, с вами Вен. И сегодня буду проходить карту не от подписчика, а от моего зрителя, от Стафита или Стуфита. Став Ютуб, по-моему, или Стюф Ютуб. Не знаю, как правильно, но, короче, буду тебя называть просто зритель. Вот бонус, карту сделал Стюф, посмотри под ноги или Став, я не знаю, как правильно. Но вообще, по идее, если бы A было написано, то Став правильно. Запрещено использовать читы и ставить блоки. Включать ГМЭ тоже нельзя. Желаю удачи. Бонус. Вот, тотемчики, ну, я их возьму, как бы, они мне пригодятся. Дальше что? Яркость на минималку. На карте есть места испытания, за прохождение которых здесь лежат... можно получить броню и так далее. Здесь лежат... луки для двух игроков, разрешено убивать. Но у меня, знаете что, второго игрока нет уже, третья серия по счету, как его нет. Вот это я все заберу. Мне, скорее всего, это нужнее будет. Окей. Прохожу карту. Лабиринтище. Он сказал, смотри под ноги. Хорошо. Минимальная яркость. Ага, ловушка. Еще одна ловушка. А я, кажется, знаю, как обходить можно. Перепрыгивая. Ну, я думаю, это по правилам. Ёб твою. Я думаю, это по правилам. Ну, думаю, по правилам, точнее. Так, ловушки обходить. Так, я слышу, кто-то хрустит там. Мне это не нравится. Ну, знаешь, так, not bad, я тебе скажу. Вот так вот прошел. Если что, я на эту карту впервые зашел, так что это... Я тут ничего не делал, только наступил один раз, куда не надо было. Скорее всего. Так, и куда ты мне предлагаешь идти? Ёб твою. Так. Да ты издеваешься? Буду как сапер какой-то идти с лопаткой такой. Только вместо лопатки меч у меня с собой. Ема, реально ничего не видно. Там что-то активируется постоянно. О, ё-моё! Чё это за хрень за магическая такая? Чё это за блок говна на мне надет теперь? А, я понял, я типа проиграл, да. Well done. Так, эти слаймы немножко мешают. Давайте я возьму лук. И вот это вот. И буду теперь поосторожнее. Вот это вот мне спасти должно. Я забыл вот так сделать. Все. Не хочу я, допустим, в ту сторону идти. Хочу вон в ту по эти стороны. Ого, мне везет. О. Одна ловушка, уже сколько? Три ловушки активировалась. Да. Лабиринт, он вообще огромный. Судя по твоему трейлеру, я смотрел, он, ну, значительно средних размеров где-то, это нормально. Я надеюсь, так можно. Короче, нормальная карта такая. Но у меня оценка пока по... Давайте по 10-бальной шкале оценивать. Пока я не нахожу здесь ничего сложного. Так что пока что 5... нет, 4 из 10, вот так вот скажу. Это по начальной шкале. Она будет возрастать, если мне что-то нравится будет там. Ух ты ж, ё-моё. Хитро, хитро. Здесь, блин. Сапер с лопаткой, тихо-тихо. Вот мой лут. Вот сюда нельзя наступать, да? Окей, я все. А здесь как? Стоп. Сейчас я кое-что сделаю. Во. Тут вообще ничего не видно просто. А, там уже редстун пошел. Все.
Да блин, почему зажимает? Я вот на краешек становлюсь, и меня постоянно зажимает. Ладно. Давайте, let's go. И этот лабиринт я не пройду. Ой, точнее, пока не пройду, не успокоюсь. Фух. Здесь то же самое. Опа. О, тварь. Вот кто туда додумался скелета поставить? Или он сам пришел туда? Вот еще скажите мне. Но у меня есть тотем, только регенерация, сила, все. Оставлю последнее там. Я уже понял расклад, куда мне идти надо, зачем, почему я здесь. Все. Чисто по стелсу так. Все. Здорово. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Все. О, лук даже дропнулся. О, нихера не видно. Животное. Какая-то херь из Библии. Чё? 10, 75, 18, 43 клет. Точно, чё это такое? Стоп. Я вообще не понимаю, о чем вопрос идет. Кто так... А, амёба. Ема. Какая-то хрень из биологии. Ну, какая-то хрень из биологии. Да, да-да-да. Я такого же мнения придерживаюсь. Так, фамилия Пушкина. Надеюсь, без рофла. Подожди. Пушкин. Пушкин или Пушкин. Ну, наверное, вот это. Да, правильно. Я был уверен в этом. А здесь уже активировано было. Ник создателя карты. Но я бы узнал, вот стуф или став, я уже путаюсь. Все. Че это за мазафакер такой? Да ты издеваешься на... Что это за мазафакер? Я... И че это сейчас было? Я что-то не врубаюсь. Но эту карту я уже нормально так времени прохожу. Ну, на то она и карта. Вот это вот карта интересная. Я потом сделаю видео по картам. Топ 5 лучших карт за мое... Почему-то глючит. У меня так никогда не глючило. Топ 5 карт за мое прохождение. А что так глюч, серьезно? Оперативка, что ли? Так, сейчас я перезапущу кое-что. Почему-то карта у меня глючит, я не понимаю. Вот... До этого все нормально было. Вот сейчас я зашел на протестировать на свою карту, у меня все идеально работает. Здесь какой-то глюк, я не понимаю. Либо опять. Либо это недоработка, либо что это? Как мне вот... Как мне дальше пройти? О, отлагало, отлагало, отлагало. Ой, да ты серьезно? Как там пройти? Подожди, это возможно вообще реально? У меня еще хомяк пить, морская свинка. Пить захотел, сейчас стучи своей погремушкой сраной. Так. Фух, я думаю, я грохнусь. Я понял, как пройти на мгновение, понял. Ха, я понял. Все. Господи, почему все трещит везде? О, потише, полегче, полушутюк. Так. Вот что все моргает, блин. А, и что это типа лову? О, я знаю, как здесь пройти можно. Как-то вот... Ага. Ага, ага. Ага, и что мне делать теперь? Алло. Алло, как мне пройти дальше? Что за херня такая? Что за магия, блин? Как мне дальше пройти? Куда? О, может, мне повезло? О, тихо, 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 тихо. Пошел в жопу, слышь. Так,
Это, наверное, специально сделано? Слушайте, дайте мне чекпоинт, пожалуйста. Кто-нибудь, люди нормальные, есть здесь? Или здесь только вот эти вот амебы, которые из учебника биологии? Почему все трещит так жестоко? Меня этот звук уже раздражает. Давайте я его отключу, наверное. Потому что, я думаю, вам тоже будет неприятно слушать этот звук. А почему все сначала? Почему нету чекпоинт? Я не знаю, там, хотя бы... как он называется? Одноразовый поставили бы. Сейчас я дойду до того места по-честному и продолжу запись. Здесь вот у меня вопрос. Чему все трещит у тебя? Счетчик Гейгера стоит, что ли, какой-то? Я не понимаю. Да-да-да. Так, а здесь как? Стоп. Так, прошу прощения за то, что опять прервал запись. Я тут разбирался наглядно, без читов. Блин, опять упал. Короче, я понял, нужно взять хороший разгон. Я еще раз скажу, я не майнкрафтер, я делаю только по нему сериалы. Не выживаю, не... и только карты прохожу. И, короче, все, я не... Как объяснить? Ну, короче, я не задрот, я не типичный этот... Кто будет писать нуб, там не умеешь играть. Да мне это не надо, я просто по этой игре сериалы с модами делаю, с шейдерами. Ну, красиво, чтобы воплотить мечту. В игре, точнее, да. Все правильно. Не надо писать такие комментарии. А ты вообще нуб, не умеешь играть в Майнкрафт. Это же игра богов, надо всем уметь в нее играть. Ну, знаете, я скажу, вы не правы. Я насчет того, то, что вы не правы, в нее играть надо каждому, потому что она развивает там что-то. Ну, возможно, что-то и развивает, я не знаю. Так, здесь нужно разогреться, разогнаться и прыгнуть. Блин, только что получалось. Там, вот, поставили бы еще, не знаю, там, кровать или, может быть... кнопочку запрятали, чтобы сохраниться. А просто так неинтересно с самого начала постоянно бегать. Ну или хотя бы там поставили, если я пройду, конечно же. Е-е-е-е-е. Нельзя радоваться раньше времени. Никогда. Никогда не радуйся раньше времени. Тихо, тихо. Все. А, одна из них фейковая. Не открывай, подумай. Так, смотри. Это сундук обыкновенный. По нему видно. Подумай. Я понял. Стоп. Что-то переименовать и что-то зачаровать, да? И что-то скрафтить. Но у меня нечем это крафтить. Не открывай, подожди. А в смысле, это как угроза не открывай, или это как по сюжету? И угроза, типа, не открывай, лучше подумай, что... Задумайся о последствиях, вот, вообще-то, да. Ну, как бы мне нечем подумать. А о чем тут подумать можно? У меня ничего нет с собой. Как тут подумать? Ну, ладно. Открою по своей ошибке. Оу-е-е. Это как угроза, значит, звучала. Я был прав. Все равно я эти вещи просру скоро. Не открывай, подумай. Так интересно еще звучит, блин. Как радикальная угроза какая-то. Не знаю, покушение вот на меня сейчас делаете. Видео отдельное. Я нашел там дом Авиана и буду на него делать покушение. Забавно. Так, как я понял, надо что-то зачаровать. А куда мне дальше идти? У меня такой вопрос. Мне как бы идти дальше некуда. Стоп.
Ну как бы это все, что ли? Это вся карта? Не, да вы гоните. Тут надо подумать, он же сказал. А, я все. Стоп. А опыт мне зачем тогда? Люди, вы какие-то странные. Либо я что-то не это, не понимаю, недопонимаю. Либо еще что-то. А золото прокатит? Нет, не прокатит. Да в смысле, что здесь делать? Я так и не понял. Да хер знает. Короче, я разберусь сейчас и... начну заново. Не заново, а точнее продолжу. Получается, что я сделал себе золотые яблоки. 8 штук, 9 штук. Одну съел. И я так понял, он сказал, подумай. То есть мне нужно найти кнопку или что-то типа такого. Подумай. Может, здесь кнопка где-то наверху? Или как? А что мне дальше делать? Тут не сказано. Подумай. Ну вот я и думаю, что мне можно сделать. Строить нельзя, читерить нельзя. Опыт, тотем, яблоки. Вот это неспроста. Ну, я уже сделал все возможное. Что это все значит? Блин, я не понимаю. Ой, что-то трудно доходит. Я даже не знаю, вот... вон туда как попасть? Как эту карту проходить, серьезно? Вот я, если честно, не понимаю, что дальше делать. Я не майнкрафтер, еще раз повторяю. Я не знаю, что дальше делать. Ну вот, у меня уже... соответствует что-то зачаровать, но у меня лазурита нету. Ладно, короче, я тогда, конечно, не по правилам будет, но я хочу в ту часть посмотреть, что там находится. Короче, тут очень много вариаций. Очень много вариаций на прохождение. И хотя бы на одну вариацию пройти мне надо. Допустим, на рандомную на какую-нибудь. Вот так вот, а, здесь. Ну и типа, а. Знакомое место, все. На твоем месте? Да, я буду под ноги отныне смотреть. Да, тут куча концовок, и на одну концовку я прошел, кажется, уже. Там, походу, PvP с другом, но у меня друга нету. Друзей вообще у меня нету, да. Да твою мать, почему? Охренеть там сколько дырок, чтобы из них выпасть можно было. Ловушек куча. Не, ну пока отметка на карте стоит. 5. Сколько? Да блин! Нет, подожди, сколько? А, 4 из 10, я сказал. Ну, пока так и остается, 4 из 10. У меня, наверное, музыки не хватит, чтобы вот это все озвучить. Там уже авторские права потом. Я, короче, буду вырезать такие моменты, где я падаю часто, все такое. Вот это я вырежу. Да ты серьезно, 4 вот этой штуки было. Опять через одну прыгать. Ё-моё. Но тут... стоп. Что? Чё? Что это такое? Я чё, пули непробиваемы, что ли? Что происходит? Я так и не понял. Ну, типа, я пуля непробиваемый, да. Я, по идее, уже давно был должен умереть. Я, короче, вернусь на это место сейчас по-быстрому. Тупо по фасту пробежал только что. Вообще, у меня есть стрелы, и вот эта хрень открылась. Я не знаю, как правильно называется.
Но тут на рандом не прокатит, я вам так скажу. Но пока что я живой. Надо под ноги смотреть, прям внимательно. Стрёмно. И сейчас он в конце специально поставит эту плиту. Ага, вот. Вот-вот. Все отлично. И что это мне дает? О, ха-ха-ха, как смешно. Вот еще одна концовка была, или что это? Сейчас я пойду другую искать концовку. Тут же их много. Ну, пойду, допустим, я вон в ту сторону. Да... Ну что же, пришло время подводить итоги. На этой карте очень много концовок, которые мне не удалось разведать, так как мне была лень и не было настроения. Ну и вот весь результат записанного видео. Здесь оказалось очень много интересных ловушек, таких как, допустим, вот это вот. Что она делает, интересно. Но по идее должна убить. Я не смог добраться до сюда, до этой комнаты. До этой добирался. Потом что здесь? А, здесь какой-то пример математический. Умножение в первую очередь выполняется. Наверное, вот это? Нет, не это. Блин, что-то сложное. У меня калькулятора нету. Наверное, 56. Блин, 42 все-таки. Это как Винди говорит. Вопрос жизни и смерти. 42. Да. Как переводится слово overthrow? Ну, overthrow это... Перевернуть. Нет. В смысле? Throw это как бы бросать, а over это что-то действие какое-то совершаемое. Подожди, стой. Не это, значит, что-то поворот, значит, по-любому поворот. Здесь есть такое? Спичка. Милость. Какая нахер милость? Бочка, фонарь. Фонарь, флешлайт. Бочка. Empty cup это... Банка, это не бочка. Бочка, я не знаю как. Вот, переворот, что я говорю. Порт. Ну, переворот. Ну, в общем, на этой карте очень много всего интересного. Советую вам ее скачать. Я оставлю ссылку на автора. Из его трейлера вы можете скачать эту карту, как раз таки пройти ее также. Мне не удалось ее пройти. За старание автора я ставлю... поставлю 5. За сам геймплей я поставлю 2. Ну, это все суммируется, получается 7 уже. Ну, и того 8 из 10. Так как карта сложная, она запутана. Ну, такая должна быть. Вот мое личное мнение. Оно никак не влияет ни на что. Я просто высказал свое мнение, так что без обид. Там еще что-то интересное. Минное поле какое-то. Попробую пройти. А, нет, подожди. Я, да, не смог пройти эту карту. Тинтиран. Чё? А... Короче, все, я уже сказал то, что вы можете скачать эту карту. Ну, осталось только сказать то, что я говорю в конце видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Потом что, напишите комментарии. Нормальный комментарий.
Любой, только адекватный, хорошо? Дальше. Нажмите на колокольчик, подпишитесь те, кто это не сделал. Колокольчик — это для уведомления. Если хотите получить рассылку о моем новом видео, тогда нажимайте на колокольчик. Обязательно. Делитесь этим видео с друзьями, те, кто любит прохождение карт. Ну, а с вами был Авиан, как всегда, и всегда с вами буду. Всем спасибо за просмотр, всем пока.